Привет всем! С вами Супер Entertainment, и сегодня у нас выпуск один из серии «Юный химик», который называется «Был бесцветный, стал малиновый по индикаторам цветов». И первое, что мы делаем, берем гидроксид натрия и заливаем его в первую пробирку. Так вот, я его открыл. Заливаем. Сейчас, вот так вот. Заливаем в первую пробирку гидроксид натрия. Ну, я думаю, столько хватит. Дальше мы закрываем наш гидроксид натрия. Дальше мы будем с вами брать раствор аммиака. Вот это вот вторая баночка. Раствор аммиака. Так. Берем раствор аммиака. Да, это раствор аммиака. Значит, открываем. Сейчас будем долго открывать. Открывайся. Так вот, я открыл, и вот раствор аммиака наш, он жутко пахнет, не считайте. Сейчас мы нальем его вот в эту колбочку. Сейчас я проветривание обеспечу, а то написано в инструкции обеспечивать проветриванием. Итак, на чем мы остановились? Ах, да. Надо налить раствор аммиака в среднюю пробирку. Средняя пробирка, в нее мы наливаем раствор аммиака. Как бы не пролить. Ой, не перелил? Нет, я налил хоть чего-то там. Я не вижу ничего. Я, по-моему, перелил. Нет, там, в принципе, в книжке не написано, сколько наливать. Но я и не по книжке делаю, по своей памяти делаю. Я еще опыт еще раз проделаю. Так, дальше. Дальше в следующую пробирку нам нужно насыпать одну ложечку гидроксида кальция. Такой белый порошочек. Вот видите, он в баночке. Вот его мы и насыпем. Это гидроксид кальция. Вот. Ну, так как я где-то потерял мерную ложку, нам приходится с такой насыпать. Мы примерно чуть-чуть насыпем. Ну, ложку там не написано, мерную или обычную. Так, берем. Сейчас мы ее насыпем. Насыпаем. Ой, посыпал. Ну, ничего страшного. Ну, там вот. Чуть-чуть-то там насыпалось. Насыпалось, да. Верно, насыпалось. Ну, сейчас еще чуть-чуть. Так. Вот она насыпалась. Примерно все. Дальше нам нужно будет по ходу опыта в каждую из пробирок налить раствор фенолфталеина. Так. Перед тем еще надо добавить воды в пробирку с этим кальцием, гидроксидом кальция. Дальше нам надо взять фенолфталеин. Это такая фиолетовая штучка. Фиолетовое вещество, которое, ну, как бы отвечает в роли фиолетового красителя, что ли. Вы сейчас, короче, увидите, но вроде не фиолетовый, а малиновый. Вот он фенолфталеин. Вот он, мы его нашли. Итак, сейчас капнем. Сейчас помножим. Должен стать малиновым. Посмотрим, как он станет малиновым. О, красота, он стал малиновым. Он реально стал малиновым. И это уже, ну, очень красиво. И так красиво, что я даже не знаю. Но почему-то у аммиака лишь поверхность стала малиновой, Странно, почему? У аммиака только поверхность лишь стала малиновой, но это не страшно. Поэтому мы сейчас гидроксид кальция. Что с ним станет, если он...
Красота. Это красиво. Это очень красиво. И вот вы узнали, что будет, если смешать фенолфталин с гидроксидом кальция, раствором аммиака и гидроксидом натрия. И это было очень полезно, надеюсь. На этом наш опыт. Всем пока! И советую подписаться. И пока!